Сегодня в Сыктывкаре наградили научных сотрудников и талантливую молодежь, которые в минувшем году отметились своими достижениями. В области научных исследований за разработку инновационных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний премию присудили целому коллективу авторов – Александру Кучину, Ирине Чукичевой, Евгению Буравлеву, Ирине Федоровой и Михаилу Торлопову. Среди талантливой молодежи отметили лауреатов республиканского конкурса «Лидер 21 века», победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia, а также призеров межрегиональных конкурсов. Самое главное, что есть в нашей республике, и это отмечено во всех документах стратегического развития региона, конечно, это тот богатейший человеческий капитал, называемый кадровым потенциалом всех процессов развития и социально-экономического, и интеллектуального, и промышленного нашего богатейшего Северного края. Церемония награждения стала настоящим триумфом детского технопарка «Кванториум». Призы получили сразу две его команды, ставшие победителями и лауреатами Всероссийского внутреннего конкурса инновационного бренда.